селочка, друзья. Разловил палочку. Такой вот щупачок. Ну да. К этому спиннингу я еще не привык. Хорошие пируэтики делает. Пацанчик мягенький на катушке. О, спасибочки. Неплохо вяжет. Вот, друзья. Такая вот щучка попалась. Разловил новый воблер. И разловил новый спиннинг. Поклевочка у нас была на воблер. Байсклад 115. Видите, спиннинг неплохо справился со своей задачей. Сейчас взвесим, посмотрим, сколько вес. Вот 2 кг 995 грамм завесила данная щука. Поклевочка. Просто есть. Что-то так идет очень легко. Вот, как видите, друзья, сработал моду курсом от фирмы Беркинг. Такая вот щучка, около 600 грамм на него взял. Хотя до этого пробовал, кидал на 3 разновидности воблеров. Работал, как всегда, кислотничек. Будем доставать, взвесим, посмотрим. Достал инструменты. Засеклась довольно неплохо. Интересно, сколько? 500 или 600 грамм? 500 точно должно быть. Может и меньше. Вчера так 800-граммовые угадал. Как я и говорил, река стоит менять воблеры. 450 грамм. 460 грамм завесила щучка. Thank you.
Да, засеклась не сильно. Вот такая вот щучка. Вторая щучка на этот воблер. Воблер модокустом. Вот такой вот расцветки. От нуля ушел. Уже приятно. Такой вот воблерок. И вот такая щучка. Грамм на 400. Вот как засеклась. Било видно впереди и позасекалось на все три тройничка, но не особо сильно. Есть. Сошла, похоже. Да. А может и не сошла. Есть, есть. Такой вот щупачок взял на третий заброс. Уже приятно взять такую щучку. Грамм 400 в ней точно есть. Засеклась довольно хорошо. Уже приятно. Сначала так взяла, подумал, что сошла. Погодка сегодня что-то так под вечер пасмурно стало. Думаю, пойду покидаю спиннинг. Вчера как бы словил одну щучку. Видео выложил на канал. Вот это уже приятно. Приятная поклевка с третьего заброса. Сейчас уберем щучку и продолжим ловить дальше. Ну вот, друзья. Щучку сейчас взвешу, которую словил. 550 грамм. Ну, нормальный вес. Можно уже забирать такую. Как раз хорошо пойдет на сушечку. Есть. Есть, друзья. Хорошая поклевка. Разловил бай-бай склада. Уже приятно. Не знаю, что за рыбка. Но бьет довольно серьезно. Скорее всего, щука. Выводим аккуратно. Засеклась слабенько. Вот. Вот такой вот щупачок, друзья. Вот такая вот щучка. Камера сбилась.
приятный, Вовчик. Приятный. Сейчас немножко отойду, друзья. Блин, спину потянул. Не могу, друзья, прийти в себя. Такая поклевочка хорошая была. Сейчас хочу взвесить щучку, вам показать. Так, весы. Вот, друзья, завесила щучка 2 килограмма 55 грамм. Окунек, к сожалению, сбежал, пока я боролся с щучкой, но нам хватит и такой красавицы. Вот как-то так, друзья. Фух. Ну, продолжим, еще покидаем. Есть, друзья, еще одна поклевочка. Окушок. Вот такой вот красавец. Взял на бойсквада. Приятно, приятно под мостом. Сегодня у меня поперло. Попробую покидать это шайнер. Такой натуральный. Расцветки. Попробуем разловить. Наконец-то это шайнер. Есть. Что-то засадило. Что-то село, что-то не пойму. Как-то идет слабенько. Ага, вот и разловил это шайнера, друзья. Таким вот черенком. Вот такая вот щучка небольшая. Но главное, что это шайнер от фирмы Беркин, мы разловили. Продолжаем пробовать это шайнера. Зацепил. Такой сильный рывковой проводкой. Тоже щука. Тоже примерно такая же. Это шайнер сегодня отличается второй раз. Друзья, тоже зацепилось довольно неплохо. Вот
так вот зацепилась чучками. Тоже на два тройничка села. Будем снимать. Продолжать ловить дальше. О, еще одна села вроде. Да. А, не, похоже, окунь. А, кушка словил. А окушки тут, ну, постоянно бьют по воблерам. Вот сейчас окуня словил, он в два раза меньше воблера, представляешь? Вот, друзья, разловил я канату от фирмы Беркин. Клюнула вот такая щучка, грамм на 800, если учесть, что каната 16 сантиметров. Зацепилась за два тройничка, но с одного тройника уже слетела. Такая вот приятная щучка. Приятно, что уже разловил канату от Беркин. Друзья, воблер работает довольно успешно. Дело время. Ну, я, видишь, потихоньку каждый день какую-то новую приманку разлавливаю. О, видишь, там рыбка. Каждый день новую приманку. И самое интересное, сам что заметил. Вот сегодня, например, клюет на кислотника. А вот на следующий день у меня ловится на натуральчик. А на кислотника вообще нифига. Вот было на это шайнера этого. У меня две щучки и окунь. Понимаешь? И только на этот цвет брал. Другие пробовал воблеры. Нифига, блин. О, есть. Не знаю. Такой удар. Сильный был. Может, и небольшая, но вот в том же месте удар был, где я тебе сказал, где ударила, вот опять в том же месте и взял. Ну, нормально. Бляха. Может быть. Ну, такая грамм на 400. Ну, друзья, на Моду Кустом клюнула вот такая вот щучка. Пойдем снимем ее. Взвесим ради интереса. Грамм 400 есть. Включусь потом при взвешивании. Сейчас взвесим, сколько завесила данная щучка. Посмотрим, как ее лучше взвесить. Ну, как и сказал, около 400 грамм. 405 грамм. Завесила щучка. Ну, как бы спиннинг отрабатывает довольно неплохо. Мне нравится, как он чувствует рыбу. Довольно приятно. Даже тянешь не крупку, не крупную, но в руку все отдается очень хорошо. Поклевка прям под берег. Прям под берегом взяла щучка.
кидал, кидал. Наконец-то клюнуло. Опять отличился моду кустом. Заглотила довольно хорошо. Буквально пару метров от берега. Друзья, 380 грамм завесила эта щучка. Не знаю, выживет она, не выживет. Отпускать ее, не отпускать. Наверное, все-таки пущу, вроде бы там не сильно много крови, может и выживет. Пусть плывет. Что-то как-то она нише, а вот пошла, видно, была в шоке. А то кто-то пишет, что щуку я не отпускаю, подписчики. Мелкую щуку я беру очень редко, если только осушить. И то, если она сильно поранилась, тогда забираю. А если не поранилась, то выпускаю. Обычно стараюсь брать щуку от 600 грамм и больше. Покидаю еще, может еще что-нибудь проклюнется. Удовольствие получил, рыбу в руках подержал, ну, можно и уходить домой. Друзья, до новых встреч. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Ни хвоста, ни чешуи вам на рыбалке. Всех благ вам, вашим близким. До свидания.